бобслей, и участвует команда. Да, двойка, четверка. Двойка, четверка. Да, да, да. Соответственно, вот, например, возьмем там четверку, люди разбегаются, запрыгивают внутрь. Да, да, толкают боб, да, запрыгивают внутрь, все, пошло время, пошла отсечка. Да, все, а что происходит с своими дальше? Есть рулевой. А знаете, вот остальные три человека, они как? Есть такая шутка, вот в КВН она была очень-очень давно-давно-давно, что бобслей такой вид спорта, когда вот, смотришь телевизор и не понимаешь, что, ну, вот, что они делают. Они развлекаются, садятся внутрь и ждут, когда выиграют. Ну, все так думали, да. На самом деле не так. Бобслей это, ну, его еще называют зимней Формулой-1, поскольку сам болид, он состоит из более чем тысячи деталей. Там есть руль, он управляется, да. И... очень много зависит от пилота, естественно, и от разгоняющих, который на старте разгоняет эту машину, которая мчится с сумасшедшей скоростью 160 км в час. Рекорд такой, да. И тормозить по трассе нельзя. Когда мы катали знаменитого гонщика Михаэля Шумахера, все, наверное, его знаете, да, он, прокатившийся, когда вышел из этой машины и сказал: вы абсолютно сумасшедшие, я не знаю, как вы катаетесь на этих снарядах, это просто капсула смерти. Вот такая была его реакция. Боже мой, да, друзья, человек, который рискует своей жизнью, аплодисменты. Спасибо. Ну, собственно, сегодня мы без риска для здоровья, сегодня мы только в удовольствие. Дмитрий, прошу вас, вы можете начинать.